Здравствуйте. Это Кирилл. Кирилл. Добрый день. Я сразу вас узнал. 28 апреля 2016 года. Вот приехал Александр Калинников. Погружается. Нет, нет, мы до Потеряевки. Погружается. Сейчас поезд его встретили. Назовись, брат. Виталий. Да, Виталий. Из Омска. Из Омска, да? Хорошо приняли, слава Богу. Слава Богу. Сейчас поедем в Потеряевку. Ну все, садитесь. Это село Корчино. Вот поезд стоит, который встречает, с которым мы его встречали. Слава Богу за все. Ну вот мы приехали в Потеряевку. Вот брат Кирилл нам помог. Тетлюб идет. Доброе утро, Тетлюб. Нам помощник приехал. Ну я только увидел, они первый раз у нас. Да, первый раз. Первый, ну. Батюшка не знает. Ну давай, братья, заходим. Сейчас это. За это занесем вещи пока. Да, да, да. Сегодня небо ясное, погода хорошая. Угу, я закрою. Все знакомые. Три поклона. Три поклона? Земных или таких? Нет, нет, просто. Помолись. Мир дому сего. Мир дому сего. С миром прямая. Заходи. Сейчас это. Я не знаю, надо сходим. Да, сейчас вместе пойдем, тогда сходим. Может, даже ты в храме останешься, а мы пойдем поработаем. О! А ты. Владимир, позвони еще Игнатию Тихоновичу, уточни вот насчет вот этого храма. Что такое делается, смотри. Потому что я, может, что-то не привязалась мне, смотри. Привязалась, да. Ты притащил за собой вот это все. Так ты отцепи, отцепи у него что. Делай, иди сюда. Что грязно. Ну, слава Христу. Ну, я приехал помогать Владимиру. По лагерю, по лагерю. По лагерю. Он хоть в лагерь переходил, помощника пришел, а здесь один, никто не помогает. Из Омска или из Томска? Омск. Омск, да. А, батюшка, я вас помню, я вас видел, на это, к отцу Васильеву приезжали, к Савельеву. Да. Как зовут? Я вас помню, вы стояли в притворе, смиренно молились, потом трафик за вы побыли, вы с батюшками поговорили. Я с отец Васильевым нарушал правила. Так, ну что? Ладно, братья, значит, братья, давай. Пусть я хлеб принес. Вам надо отдать, не у нас. Какой хлеб? Мне не надо. Большой говорит, хлеба приводить. Ой, в смысле большой. Ой, ну это лагерь. Это не лагерь. Ничего не надо. Все. Значит, с уставом познакомились, что у нас в деревне? Курить? А тут не куришь? Не курю, я вот здесь с церковным уставом ознакомился. Ну все. С деревенским еще. Ага, познаком. Деревенским. Да, посвящу. Не курить у нас не ругаться. Не драться, да. А бороться можно? Не пьянствовать. Бороться, ну, с надежкой упасили, пожалуйста, Борис. Ну, там вот, на травушке, да? Специалист бороться. Да не, я люблю так покуражиться. А, пожалуйста, можешь он выйти куда за теле там и... Он, Володя знает, где борется у них лагерь. А у нас в лагере борются рептишки. У нас с навозом борются. Есть чем побороться. Вот мне сейчас надо еще здесь подобрать. Да, вот тут можно побороться с навозом. Ну вот, у меня начальник. Ну вот так вот, Влада Федоровна. Так, как тебя зовут? Виталий? Виталий. Так, ты где обитался? Ты в каком-то храме был или где? Ну вот я у отца Василия Савельева, да, был. Так. Потом был период, я вообще перестал в церковь ходить. Почему? Заблудил. Да. Ну, в отчаяние впало, я вот с супругой был разведен. Ну, я вам потом больше расскажу, может, ну, это не тайна, да почему? Ну, вот, был разведен,
И 4 года пытался восстановить отношения, бесполезно. И потом что-то меня вот так вот переклинило. А что она, то, что ты стал в храм ходить или что? Ну она, кстати, да, я вот стал в СМП в РПЦ пошел, в Крымской Сеть. И все, и у них переклинило там священников, у нее, мамы, вот эти. Они вот в какой вот нашли, что вот растут. А кто тот священник-то? Какой тот? Ну, а, ну это отец Асав такой там, романах. Вы его, скорее всего, не знаете. Он с Урала. Черноисточник знаешь где? Нет. Под Тагилом. Чаирский? Нет, нет. Это Нижний Тагил, там Черноисточник. А, такой. Там вон где, Нижний Тагил. Да, Тагил, это далеко большое. Я думал, в Омске. Не, в Омске, это все. Знаю. Она на Урале живет. Я же в Омске начинал служить. Сыном. Да? А в каком храме? Я в Крестовоздвиженском. А я был там крещен. Может, ты меня крестили больше? Я в Крестовоздвиженском служил, потом в Никольской был немного. А в каком году служили в Крестовоздвиженском? 78-й, дьяконом. Дьяконом. А священником там не служили? Служил так, время от времени. А в каком году? В 79-м немножко. Вот меня в 2 года крестили. Потом я в 78-м родился, в 80-м меня крестили. Ну, возможно. Я служил в Иссыркуле, а когда там батюшки... Ну, вы, наверное, меня полным погружением. Меня приглашали туда. Может, вы меня полным погружением... Не знаю, нет, там тогда нигде полным никто не крестил. Ну, там крестили у них было отдельно. То есть там тоже мочили? Там было в крестили, в чаше было налито воды, допустим, 2 ковшика. И все, батюшка брал, только мочил, и все. Ничего там не было. Не было там ничего. Крестить я помню, в Тюмени, знаете, в Тюмени, в Тобольске, когда я служил. Я служил в Иссыркуле, в Тюкалинске, в Таре. В Тюкалинске, в Таре, в Иссыркуле храмы строил, три храма строил. То есть вы с отцом, с Феодосием владыкой знакомы? О, прекрасно. Это он нам помог в зарубежной церкви. Ну да, я его помощь. Спасибо, Господи. Да. Ладно, давайте все. Семинарии сколько вы начали? Ну, в Тобольске, там целая вот история. Там у меня мытарство. И я там поучился, потом меня направили послужить. Я послужил на флоте, потом обратно вернулся, поучился. Потому что меня не служили. В армии, да? Ну да. Два года? Да, 2 года. На флоте 2 года тоже, как в армии. На подлодке? Ракетный катер «Молния». Водная, в самом Владивостоке, да. Владивосток. Ну, кстати, хороший город, прям красивый. Ага. А вы же вот миссионерство? Нет, я там не был. Это Игнат Тихонович там служил, кстати. Так что у вас получается и с батюшкой пути пересеклись, и в какой степени сына тоже. Ну, что ж на Дальнем Востоке, да, что-то устав нарушается. Там, на Сахалине, да? Да, у нас староста главный нарушитель. Скорее всего. Что-то распоясались. Что? Виктор, это не твоя скотина. Да нет, вроде бы. Они не должны бродить, слух отгонит, там пасет, потом возвращается. Так что это нарушителям выговариваем, чтобы они смотрели. Я пойду сейчас. Ага, ну ладно, ну, пошли. С Богом. Если что, я позвоню. А, я вечку? Если дождя не будет, в этом темно встреч на улице. Ага, ладно, понял, брат. 28 апреля 2014 года. Поселок Потеряевка. Вот братья наши Никита и Виталий пилят дробину. Это мы все потом на лагерь будем делать. Садить их, ребята. Погода сегодня ясная такая. Ну, самое то для работы. Здорово. Ну и сразу ту, кромсайте тоже. На ту часть тоже. Положи. Ну, что, как? Не, положи, брат. Он правильно говорит. Потащи ее. Ну.
Вам так удобнее будет. Вот здесь есть? Да не, надо побольше сохранить. Больше? Да, брат. Да, только вот здесь вот, ага. Где вот тут? Где поменьше? Так, а я же не удобно. Все, на лагерь оттаскиваем на пруд, там будем на дамбу устанавливать. Покажу вдалеке. Сегодня уже с утра сходили на богослужение, помолились всей общиной Потеряевской. Он красавец летит. Коршун.